Это Таити, да, были? Короче, сегодня 12 часов. Сегодня кончилось 18? Да. 18 июня. Мы прибыли на... Пойдем туда. Отвали! Мы приехали вот в ресторан, где мы вчера были, на обед. После этого мы едем... будет репетиция чего? Открытия? Чего ты шишки давишь? Ну да, еще раз одна репетиция будет. Репетиция открытия, в общем, будет. Потом уже будет в полдевятом концерт. Открытие уже. У нас три номера. Ну, мы, по-моему, мы, короче, дома где-то к часу 12 приедем. Ну да, мы как уехали, мы, да, мы больше не приедем пока что в отель. Да. Там, короче, растут кустики, которые пахнут чем-то. Вот, кстати, скажи, ты поместилась эту машинку? Ну, если тебя затолкать прям насильно. Конечно, помещусь. Думаешь? Наверное. Ну, не знаю, вот сейчас, допустим, я сниму. Короче, пишите в комментах, поместилась бы она в эту машину или нет. Парковка. У тебя есть какие-нибудь машины, которые тебе нравятся? Нет. Не любишь машину вообще? Не, люблю, но я не разбираюсь. А какие тебе нравятся? Красненькие? Нет, черные, затонированные, прям хлам такие. И чтобы, короче, они заниженные были, чтобы эта музыка звучала, да? Да, да, да. А, то есть, короче, на пагоде куча машин таких, да, у нас в листе? И ты там тусуешься, да? Нет. Не, на пагоде я бы не сказала, что так много. Ну там, короче, какая-то странная движуха, когда машины собираются, и они сидят просто в машинах, народ. Ага, музыку свою, кажется, свою включат. И зачем? В чем прикол? Ты знаешь, может? Я думал, ты в теме это все. Нет. Кстати, я вот я бы хотел бы на пагоду на такой машинке заехать и музыку врубить. Кстати, я на нашем автобусе спалила номера этих цифр. Номера цифр? Ой, номера этих. Ты спалила номера цифр? Заводовая, я неправильно выразилась. Номера машин, ой, автобуса. И там... Что ты делаешь? И там этот... Там написано АК, и дальше номера идут. И чё? Ну, как бы там... А, К, это Алдана Карлова, как бы. О, это просто супер! Да. Теперь ты понимаешь, что автобус этот создан для тебя? Конечно. А Толик это твой водитель просто. О. Прикинь, короче. Я не хотел вообще такого водителя. Не, прикинь, короче, ты, допустим, стала успешной, сильной, независимой женщиной. И, в общем, у тебя, знаешь, живешь ты, короче, в другом, там, не знаю, особняке. Тебе выделили водителя, лимузин. И такой, короче, ты садишься в лимузин такой, и Толик такой говорит, ну что, куда поедем? А он сидит вот так вот, на полтора сиденья. Говоришь по-английски? Нет. А на ком ты говоришь, кроме русского? На русском. На русском. В общем, нам подали что-то типа оливье. Но это не оливье. Помидоры, хлеб, сыр и колу, все. Весь обед на сегодня. Не ждала. Фестиваль еще не начался, уже играет в эту игру. Странно. Мы прибыли на место проведения фестиваля. Это вот такая сцена будет. Сейчас все коллективы, ну не все. Пока Колумбия, до этого наши пробовали сцену. Разводили, в общем. У нас сейчас будет через буквально час отстройка звука. После отстройки звука... Это коллектив, по-моему, из Колумбии, да? После отстройки звука будет шествие по городу, в костюмах, там еще не дали какие-то ноты. Наша флейтистка Ксюша будет играть мелодию. Ну а после шествия уже где-то в полдевятого вечера будет уже весь концерт. Пока вот, всех расположили вот в таких маленьких палатках, в которых нифига никто не помещается. Вот, рядом такой фонтанчик. За кулисы. В туалет? Нет, это в туалет? Нет. Кстати, тут все очень проходит удобный так. Туалет. Удобный? Не воняет. Пойду сейчас есть. Проверю сейчас. И правда удобно. Даже кранчик есть.
Как он включается? Не работает нифига. Ну, удобно, кстати. Мы находимся на главной сцене проведения фестиваля. Только мы сели отстраивать звук, как пошел просто большой ливень. Вот, и теперь мы, в общем, ждем, когда закончится дождь, чтобы продолжить стройку звука, но не знаю. Говорят по прогнозу, что дождь будет идти до ночи, и теперь непонятно, уже шествие уже отменили. И, возможно, даже главного концерта, который будет вечером, то сегодня будет. Ждем. Сейчас все ходят, маются дурью, вот в той палатке находятся коллектив, и стоите, им там тепло, жарко, весело. Вот, мы тут все мокнем пока. Мы сейчас находимся возле сцены, за сценой вернее, сейчас все готовятся к открытию фестиваля. Вот здесь переливается коллектив, и стоите, вот эти местные, да, по-моему, французы, справа. Шампань, а, даже два коллектива? Да. Но они играли, вот эти барабаны, это же они были? Или нет? Нет. Да. Там наши друзья из Малайзии, Чили, Колумбия, все здесь. Вот люди... Кстати, вот дракон, это, понимаю, символ фестиваля. В нем стоит дым-машина. Я так понимаю, у него глаза будут светиться. Да дядька тоже колоритный, кстати. Так что... Скоро начнем. Eh bien, chers amis, c'est essentiel, tout comme fait Clément, que nous commençons donc ce festival du 18 au 22 juin. Играют все музыканты со всех коллективов. En ces temps si troublés avec une planète actuellement. Публики немного, но она есть. Сзади готовится орда. На завоевание сцены. И малазийский какой-то партизан. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Thank you.
Короче, концерт закончился, мы сейчас идем. Световое шоу? Да, обещали световое шоу на рядом с собором или на соборе, не знаю. Как идти, куда идти? Мы идем. Может быть, нас даже не видно, но... А, вон собор видно. Может, на том соборе? Далеко. Далеко? Может, он маленький просто. Ночной Реймс. Ночной стадион Реймса. Ночная буента Реймса. Ибис. Вот есть Ибис бюджет, Ибис просто, и Ибис какой-то стайлс. Это место, Ибис. Бюджет, да, Бадгет. Ибис Бадгет. Государственный Бадгет Российской Федерации. Хватит за меня преследовать! Уйдите от меня! Уйдите от меня все! Уйдите от меня! Уйдите от меня! А красиво. Даже сфоткаю. Это такие нехилые проекторы такие стоят, которые, да? Полностью повторяют, да. Вообще круто. В нем страшное здание. Могу, это страшно, да? Ну, музыка еще такая. Потемнел. Вот те, кто со вспышкой фоткает, им вспышка сильно помогает, интересно? Мне кажется, вспышка, наоборот, хуже. Да. Делает. Это же заставка Windows. А тут держит его себе, видишь? Справа вообще не было. Интересно, на моем доме на четвертом можно такое сделать? Ha ha.
там полотно вот это стоит. Вот чики зашлись, просто палку сделал, нашли я. И все, не держит. Мне так надо вот так вот, балкон держать, вот так. Паркур, типа, современность? Тектоник. Тектоник. Да, что-то танцы. Просто одежда у них странная какая-то. Или это типа шуты? Это все больные. Ага. Доставка Windows. Калейдоскоп. Калейдоскоп, да. Собороскоп. Кантовка была фееричная. Кто там не живет полста? Вот эту стену обделили, да? Но она крутая и так, без этого. Без подсветки. Куда там внутри походить, да? Ага, ночью, когда никого не будет. 100 километров нужно пройти, чтобы пойти в зал. Мне кажется, туда заходишь, там все ходят, знаешь, такие, какой там. Как сербы ходили в таких этих капюшонах, такие как джедаи. Только в коричневом. Да, да, со свечами. И играет музыка тут. Ну лима. Тара-тара. Сейчас меня забьют эти фанатики. Сейчас терьеру пусть.
Тут много собак, да? Много по собаке. Да. Все разных пород. Да. Вот, вот это офигенно. Да? Я даже это сфоткаю. Подожди. Они без руки. Да ёпрасы. Без руки? Без руки и все. Отвалили, что ли? Все без руки. Только у этого. Да, блин. А он без головы вообще. Ой, пальцы показывают. Ай, ё-моё. А что такое? Этот без пальцев. I'm crazy. А вон те мелкие, смотри. Ну мелких, вот тут вообще... Мне кажется, они без руки, потому что этот... Старость. Да, без головы, он без головы по умолчанию. А эта тетка еще без носа. Пойдем дальше. Вот это, кстати, тоже, видишь, что-то написано? Опасно стоять, походу. Может, это канализация местная? Не-не, тут опасно стоять, но тебе что-нибудь попадет? Нос. Или рука. Я вообще не хотел после концерта прям идти. Потом что-то этот. Все говорят, пойдем, пойдем. Оказывается, по кайфу после концерта так прогуляться. Грех дома сидеть. То есть в отеле, в этой комнатушке. Ну, у нас комнатушка большая, так что не грех. Не, ну с другой стороны, что, я приехал в отеле сидеть? Поэтому я хочу везде побывать. И завтра утром пойти. Спать приехал, чтобы. Ну, вот ты завтра утром идешь на мессу? Молодец. Я лучше прогуляюсь. По комнате. По кровати. О, смотри, какая скамейка, да? Для этих. Для, как их называют-то? Для интровертов. Или социофобов. Прикол, сидит человек, ты говоришь, подвис. Хорошо, на самом деле, вот здесь вот сейчас, когда нет людей. Стенка. А, вот, вот. А, все? Это как бы это. Это желуди? Фу, ну теперь это, теперь понять не стало. Тут еще одно. Опять? Выставление. Может, оно повторяется? Вау, мы фанаты этого собора. Не пропускаем ни одного выступления. Ты уже ушли, а мы еще. А, да. Может, потом автографы будет раздавать? Волынку отстрой. Это самая песня будет. Потом автопати. Ну-ка, ну-ка. Можно туда сесть? На стуле. А он мокрый наверняка. Нет. Ну, давай сядь. Деревья. Потом я сяду. Я сидела. А, да? Блин, настрой волынку! Мы сейчас эпично, короче, идем, а на фоне собор такой светится. А мы знаешь, как это, когда в фильмах, когда что-то взрывается, короче, главный герой идет и не смотрит на взрыв. Да, не смотрит. Да. Мы сильно независимые музыканты. Сейчас, прикинь, встать напротив вот этого дома с подсветкой и стоять смотреть. Вот, вот, вот. Руя Либержиал. Кто такой Руя Либержиер? А вот Руя де... А, Руя это, походу, улица, а де Капусинс — это фамилия. Капуцинов, да, улица Капуцинов. Бульвар, бульвар Капуцинов, наверное. Да. Прикольно. Вот он как выглядит. Ле салон кафьюр креатюр. Интересно, сколько можно научиться, вот, допустим, если жить во Франции, сколько можно научиться говорить этот звук? Да, за какое время ты научишься говорить вот это как француз? Как только лягушачьи лапки пробуешь. А, вот значит, как у них, да? Сразу этот, какая-то мышца там вырастает. Да. Лягушачья. Приходится. Не, я понимаю, можно сказать, допустим, научиться бонжур, вот это ан де труа. Но самое сложное пока что это до свидания, вот, то есть аривуар, а на французском это агавуар, агавуар. Причем, да, французы говорят так, агавуар. Видишь,
Ола. Не всем французам получается агавуа сказать. Да не почти все так говорят. То есть можно же... Можно... Вот так говорить. На. Нам предлагали что-то купить, наверное. Пожалуйста, пожалуйста, просили. Сулуплей, слышишь? Ну, купите у нас кое-что. Не знаю. Ребенка купить или что? Я не знаю. Или может они зазывали. Ну, на таком фургоне, как бы, в ночь порядочные люди не катаются. Быстрее, 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 быстрее! Сегодня 19 июня, мы находимся во Франции, сейчас вышли с обеда. Сейчас едем в... ну куда-то на какую-то площадку другую уже. 3 часа у нас будет концерт, программа. Программа 30 минут. Вот, ну посмотрим. А сейчас, в общем, коллектив из Франции показывал нам элемент танца, когда они крутятся. Ладно, мы едем. Let them go. Стоп, стоп, теперь я. It's difficult for... Free amusement park. Yes. So we have our, are you our guides or? Yes. Yeah, our guides are Philippine and Cecile. So we are walking near the Cora store. So, is it your primary job to be a guide? No, it's not our job. It's just for a week. For a week. Okay. Do they pay a salary or just for fun? It's just for fun. Ah, yes. Okay. Do you like this? Yes. Yes, it's the first time I do that, and yes, it's very cool. I think. How many bands do you work with? You're the first. First? First only. Yes. Okay. Okay. So, where are you from? From what area of France? I live in Rennes, but I'm born in Yeah, close the Paris. To Paris. Yes. What else? And you? I'm from Rennes. Rennes? I was born here and I live. Ah, there was a question about Rennes. There. Okay. When we're leaving the hotel, going forward the bridge. There is a statue, seven statues. What's about it? That's just for art. For it's art. Nothing, there's no meaning. No, probably not. I think it's an artist who live in Rennes, so they want to put him in front of him. Ah, okay. For him, so it means nothing. Because I thought, there are seven statues, they are black, so there's a meaning. No, there's a meaning. Faudra lire la plaque. After we can read the plaque. I don't know what we say. Yes, yes. I speak English. So there was an idea to take a walk near the hotel and to see and to talk about the building and the statues. Sorry, what? I told her. So on allait se promener et voir les bâtiments. Yes. Okay. Okay. But there is not a lot to see because France was destroyed during the Two World War. Yeah. Because we are not very far from Germany. Yes. So it's
was a show, light show, on the cathedral, yes. Notre Dame de Reims. Yes. I saw that there was a lot of meanings in these pictures and this video, but I didn't understand nothing. Well, first there was the people who built it. Yeah. We see them work. Yes. Oh, it's okay. And then there was when the king come in Reims to become the real king. So there were figures, yes, that. Yes. La fin, je comprends pas. The end, I don't understand too. Well, l'angeau sourire is very, yes, the symbol of the Reims Cathedral. So it was him at the end, but it's just for see more details about the cathedral. But I didn't understand the ending of this video. There was just separate pieces of the cathedral, colors, and I didn't understand it. Well, no, it's just a... Just a video? Yeah. a lot of lights and colors, but no, there is no meaning. Okay, so now we're going to a lunch. Yes. What do you think it will be at lunch? Oh, I think there will be cheese. Cheese, sure, yes. Bread, bread and water. Cheese. Water. Water, yes. And that's it. Rice, no. Maybe rice. Maybe, yes. Rice. And potatoes. Rice? Potatoes. Ah, potatoes, yes. Yes, and rice. Will there be a dessert? Dessert? Ice cream maybe? Or fruit? No, ice cream was yesterday, so I don't think today again. Fruit? Yes. There are two kinds of desserts, it's ice cream and fruits. And then nothing else. No, ah, there is a mousse. Yeah. Yeah. Yes. So we'll go there and we'll see if you're right or not. Сейчас 2 часа. Мы находимся в зале, там называется Le Cabaret. Вот, и тут я понял, у нас не зал для стендапа. Тут много всяких афиш. И большие это стендаперы. Вот какой-то Дик Риверс. Дик. Сам зал выглядит вот так, тут экранчик. Это гримерки. Вот. А сам зал находится вот здесь. Здесь, в общем, закулисье. А, вот сама сцена. Сейчас я пройду за кулисы, вот там мы сидим. Сейчас покажу. Все оборудовано, вот все вот эти белые ленточки, чтобы было видно все, куда идти. Дежурный свет, чтобы, опять же, было видно. Ты чуть-чуть снимаешь, что ли? Мне коммерция напоминает. Блин, ударился микрофон. Не знаю, видно или нет, но вот здесь мы будем выступать. Вот наше место. Вот сам зал. Здесь проходят французские стендапы многие. Здесь стоит машина. Там какое-то непонятное устройство, бар, диванчики. Прикольно, в общем, здесь. А там вот готовится коллектив и стоите. Мэр выступает. Я так поняла, да. Выступает мэр. Все коллективы почти здесь. Справа даже стоит коллектив из Словакии. Вот. Коллектив из Словакии. Цыгане. Был прикольный момент, короче. Они стоят, я громко говорю, ору. Держите карманы рядом, цыгане. Et dans notre cœur,
Нифига не понятно, что говорит. А, кстати, дали шампанское. Он будет еще угощать им шампанским. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Аккуратно. Пробовала шампанское уже? Да. Как она? Очень вкусная. Ты не пробовала такой сладкой сигней, который там дают? Я брала какую-то палочку, но она была не сладкая. С кунжутом. Thank you.
вечера будем, наверное, ложиться спать. И в завершение вечера, в общем, знакомство с Бадмой. А, я тебя снимал уже, нет? Нет. Короче, нет. Бадма, триумфатор сегодняшнего вечера, скажи. Видно было, что, в общем, ты это делал от души, что положа руку на сердце, что тебе это нравится больше, чем танцевать народные танцы. Ну да, конечно. Скажи, ты учился этому как-то специально или как-то само собой получилось? Нет, я учился по видео самостоятельно. Это сколько мое хобби, увлечение. 7 лет. А, 7 лет. Да. Видео разные смотрю в интернете, что понравится, то и выучу. И все как-то отрабатываю на зеркало самостоятельно. Скажи, был у тебя партийник сложнее, чем сегодняшний темнокожий чувак с Колумбии? Ну, в принципе, он не такой сложный, я подустал, если честно, после всех основных. И некоторые элементы исполнял он хорошо. Ну, это, короче, честно. Проходной босс, проходной, да? Проходной, да. И все. То есть главарь уровня еще будет потом. Да, если не так уж он был. Ну ладно, что? Слабенький. Молодец, сегодня порвал всех. Это был Бадма. Короче,